Это был очень масштабный бой. Очень масштабный. Выполняли абсолютно все. Освобождали свою землю. Защищали свою землю. Выполняли все, что прикажет Родина и общее дело. Любые отделения мотоклуба «Ночные волки» — это братья. Своей земли полностью, понимаешь, как боевая единица. И, собственно говоря, то, чем живет клуб. Вернуть то расколонную русскую равнину, которую раздербанили, понимаешь? А связывает все Москва, конечно. Отец наш, родитель, это Александр Хирург, всем известный, который, собственно говоря, это все родил и объединил. А полностью участвовать в жизни. Огонь! Огонь! Клубу «Ночные волки» он начал создаваться еще при Советском Союзе в 89 году. Вот. Это была такая мощная банда такая на колесах. В моем отделении, в отделении «Донбасс» более 50. Ну, у нас есть планка президент, который находится перед вами. Крым! Шамид, как дела у нас? Все уже стоит на покрасочной, все. Уже не в коридоре, все там. Красит этот, блядь, пиздюк. Этот сейчас туда идет и красит. Шам, сегодня я проверяю, блядь, завершение этой стадии. Мебли. Оно все собрано. Значит, это самое, пиздячь его, нахуй, да, это. Езжу домой, проследить за детьми, дело, которым я занимаюсь. Миссию, цель всего этого глобального, поэтому семья полностью разделяет мои взгляды и полностью на моей стороне. И боевые действия еще никто не отменил. После боевых, не боевых, а военных действий, когда Украина начала полтора года назад, наш клуб, более скажу, что даже наше отделение клуба «Донбасс» уже сейчас, вот, приняло на себя решение отставить город. Да, я бы сам с Москвы приехал сюда, в Луган, взял в руки оружие, защищать Родину. Вот. И в этом ничего нет плохого, что человек любит свою родину. Любовь к своей родине – это и есть патриотизм. Бог, да? Ну, да, спят. Так, мишени определили все? Давайте самую мишени. Вот эту мишень трогайте, это снайперская. Сейчас первая перестрелочная. Мы делаем 10 тан-тан-тан-тан-тан, скалин тан-тан-тан-тан, упали, 10 тан-тан-тан-тан-тан. Упал нахуй, ты чё, блядь? Всё, блядь, всё, это в лежащее положение, нахуй. Тихо, блядь, неудобняться. Братан, работай, пробуй, мы её пробуем. Всё, остальное всё, выпускай. Продолжать огонь! Продолжение следует...
сам гитару дать можно. Контрольно-пропускной пункт. И как бы контролируем территорию. Ну, в ночное время обязательно с оружием. Потому что диверсанты и там все остальное. Ну, приехал я сюда воевать. И как бы мне не нравится вот эта их здешняя обстановка. Опа-на, ты что такое пьешь-то? Не алкогольный? Танкист. Впечатление нормальное. Сделала у меня армия из меня, мужика нормального. Можно немножко потравиться. Потому что правила солдата, ты должен выполнять приказы, а не обсуждать их. Русский Red Bull. Страйк. 72 на 54. Это калибр РСВД. Полтора года назад, конечно, существовал такой план, как Новороссия. Это объединение Луганска и Донецка. Сейчас и план Новороссия, она приобретет смысл. И на данный момент пока ее не существует. Скорее всего, религиозно-духовная война. Что Бог на нашей стороне, это точно. Расколотая русская равнина срастается у мира на виду. Подняться евразийским исполинам начертано России на роду. Хорош! Войной! Практически не то, что согласны, а взяли на себя роль патриотического воспитания молодежи. На данный момент идет подготовка к празднованию Нового года. Здесь будут делаться детские елки. Слышь, ты умник. Тебя гранату давно не кидали? Ну, можно сказать, да. Нет, не терапевт. Волк не только хищник. Волк – это животное, которое признано, да, санитаром леса. Это святой угол, это мои погибшие парни из моего отделения, которые отдали жизнь за освобождение Луганской Народной Республики в бою. Которые останутся в моем сердце на всю жизнь. Всегда они живут вместе со мной, да, в моей комнате. Ихние жилеты. Развал Советского Союза – это была самая сильная, самая мощная держава в мире. Вот. И в один час без единого выстрела она развалилась. Мы променяли все, что мы имели, на жвачки, на джинсы и на Макдональдс. Вот. И, скорее всего, где-то в 2000, наверное, 4-м или 5-м, нового такого, знаете, новой перемены, которую принес Владимир Владимирович. Та политика, которая ведет непосредственно им, вот, это сейчас лучшее для России. Расстреляй, что мешает!
я вступил в 10-м году, потому что, как бы, посчитал. Раньше я так катался, ну, как бы. И я, ну, видел в клубе, как бы, то, что мне нужно. Это братство, сила, вот это вся. Познакомились мы в моем родном городе, Красный Луч. Мне пофиг, ну куча мужиков, как бы. Здесь мой мужчина. Оружие, как бы, оно везде. Мотоциклы мне всегда нравились. Потому что когда она закончится? Когда закончится только? Да нормальная жизнь у нас сейчас уже. Мы начали участвовать с первых дней в нем, потому что, ну а как по-другому? Поэтому на сегодняшний момент, если идет разговор о позициях, то нет. Но любое поползновение или попытка какого-то прорыва, естественно, мы пойдем защищать дальше. Как говорит хирург, ночному волку стать трудно, но еще труднее им быть. Жена не понимает, не понимала. Что взрослый мужик, вроде какой-то там и доход был, трое детей, чего не живется. А сомнений никакого не было, надо ехать. Тогда, когда я Сталлоне стоял, меня любили. Сталлоне с этим нас любили. Когда мы сейчас стоим здесь сильно, нас не любят. Вот я стою сейчас здесь сильно. Запад не хочет видеть Россию сильной. Луганская Народная Республика, она должна получить те границы, которые она имеет. Устраивает эту Россию, не устраивает, устраивает эту Америку, не устраивает, я это не знаю. Если война, то война. Если мир, то мир. Ну, мы находимся сейчас на положении ожидания.